Спортивную школу «Фаворит», что в Заволжском районе, ходят больше 1000 ребят. Здесь юные спортсмены занимаются и художественной гимнастикой, и футболом, и боевыми единоборствами. Но до этого смущал лишь старый ремонт. Капитального обновления в здании 1986 года рождения не проводили, поэтому и школа современным требованиям мало соответствовала. В этом году на ремонт выделили больше 10 миллионов рублей. Отремонтировали крышу и спортивный зал. Замена полов, косметика стен. Полностью поменяли освещение и систему отопления. Также дополнительное финансирование было выделено на входную группу, и, соответственно, мы сделали еще современную входную группу, также с условием современной безопасности, с кнопками вызова, электронными замками и так далее. В новом спортзале ребята тренируются усерднее, а руководство планирует проводить соревнования. Гостей теперь пригласить не стыдно. Обновили и спортивную школу номер 9 на бульваре Новосандетском. Учреждение специализируется на вольной борьбе. Здесь восстановили помещение первого и цокольного этажей. Потратили 3,5 миллиона рублей. В этой школе мы как раз привели в порядок душевые, раздевалки, зону спортивную. Побелили потолки, сделали косметический ремонт стен. Ну и, соответственно, школа в этом году уже привела совершенно другой вид. Можно легко и спокойно, непринужденно приводить своих детей и заниматься спортом. В областном центре работает 16 подведомственных спортивных учреждений. Это спортшколы и физкультурно-оздоровительные комплексы. В этом году удалось привести в порядок сразу 9 из них. Впервые за долгие годы мы приняли нашу муниципальную программу по восстановлению, по капитальному ремонту всех спортивных сооружений в городе Ульяновске. Сразу одновременно 9 спортивных школ мы в этом году поставили на ремонт, отремонтировали. И вот буквально сентябрь-октябрь приходят дети, приходят и прежние дети, кто занимался раньше в этих помещениях. Также ремонтные работы в этом сезоне велись в спортшколе имени Разумовского, школе номер 6 и 4. Основные работы – обновление кровли, замена инженерных сетей, окон, ремонт помещений, а также установка систем видеонаблюдения и экстренного оповещения, ограждений и турникетов. Анна Тищенко, Улправда ТВ.